Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях генеральный директор акционерного общества «Элара» Андрей Александрович Углов. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. Андрей Александрович, вот, возможно, я ошибаюсь, но тем не менее, мне кажется, что за последние 2 года вы взяли очень такой высокий старт. Вы генеральный директор крупного градообразующего предприятия. Затем вы депутат Государственного совета Чувашской республики. Мало того, вы стали еще папой 2 раз, у вас летом родилась дочка. Что дальше? Где берете силы? Где берете все остальное? Ну, старт действительно получился очень хороший. Вот, 2 года жизни, я даже сказал бы не 2, а последние 3 были очень насыщенными, но планов не меньше. Вот. Если говорить о бизнесе, то развивать его, двигаться дальше, чтобы предприятие процветало. По депутатской работе прошел, ну, в декабре будет практически год, как меня выбрали депутатом. Ну, работа интересная, и ну, здесь есть куда двигаться, куда развиваться. Но в семейном плане я считаю, что 2-й ребенок – это хорошо. Но вообще в семье должно быть 3-4 ребенка, и я к этому стремлюсь. То есть планы есть? Планы, жена безусловно, есть. Знакома, согласна. Ну, я считаю, что не надо торопиться. Mm-hmm. Вот. Мы еще достаточно молодые родители. Время у нас есть для того, чтобы появились другие детки. Андрей Александрович, вы руководитель крупного предприятия, молодой руководитель. Вот, наверное, все-таки приходилось некоторое время доказывать, что вы чего-то стоите, что у вас есть опыт, что вы профессионал своего дела. Но это неизбежный процесс, я считаю, любого руководителя. Просто мне кажется, что я уверен в том, что начинать надо с нижней ступеньки и двигаться вверх. Вопрос, у каждого этот процесс происходит по-разному. Кто-то двигается быстро, кто-то со скоростью ракеты. У кого-то занимает этот процесс более длительное время, кто-то вообще остается на тех позициях, которые занимал на протяжении там, десятилетий. Вы свою скорость как оцениваете? Сколько? Ну, 120 км в час? 150? Ну, я бы сказал, что она достаточно высокая. Вот. Андрей Александрович, вот вы родились в достаточно обеспеченной, да, семье, но тем не менее вы, еще будучи студентом, начали работать. Почему? Не хватало карманных денег? Или же все-таки хотели начать пораньше, затем, чтобы уже вот к окончанию вуза появился какой-то опыт? Ну, вообще, насчет тоже обеспеченной семьи, я бы не сказал, что в 90-е годы, в 10 лет вот этого безвремения, достаточно тяжелой ситуации в стране, и да, мой дед возглавлял «Элару». Но сказать, что в семье были какие-то там сумасшедшие деньги, такого не было. Вот. Ну а с точки зрения, вот на ваш вопрос, да, отвечая, почему я решил этим заняться. Ну, во-первых, в институте уже на определенном этапе, ну, где-то с 3-го курса, я понял, что ну, уже хочется конкретики. То есть одно дело теория, хочется конкретики, потом посмотрел на своих родителей, ну и... Чем раньше ты начинаешь заниматься, ходить в бизнес, тебе даже учеба становится интереснее, поскольку ты приходишь, у тебя возникают конкретные вопросы. Замечательно, если профиль твоей деятельности совпадает еще и с учебой. Чем раньше ты встал на этот путь трудовой деятельности, тем оно только лучше. А ваши родители как к этому относились? Они вас поддерживали или все-таки, может быть, маме было вас жалко? Она там говорила: сынок, давай там выучись, потом успеешь еще наработаться. Мои родители всю мою жизнь и воспитание всех, и моих сестер, занимают позицию, что дают право каждому ребенку заниматься тем, чем он считает нужным. У меня, например, сестра дизайнер. Mm-hmm. Вот. Она не пошла на завод, в отличие от меня. Другая сестра ищет себя в других сферах.
А младшая сестра подрастает, которая сейчас, которая учится в школе, ну, ищет себя тоже, но чувствуется, наклон у нее тоже будет. Дизайнер, что-то даже пробует себя. То есть девочки творческие? Письменные. Да, то есть каждый должен заниматься тем, чем ему интересно. Если мне нравится работать, я буду работать. Работать столько, сколько мне позволяют мои силы и столько, сколько... Меня же никто не заставляет. Да. Вот в этом все. Андрей Александрович, руководить предприятием – дело сложное. Но все-таки вот с вашей точки зрения, что сложнее – руководить предприятием или руководить людьми? Или это одно и то же? Ну, я считаю, что вообще все отношения в нашем мире – семье, коллективе, работе, учебе – все строится только на личных отношениях между людьми. А уж потом начинаются материальные, трудовые, иные отношения. То есть не руководя людьми, не имея поддержки в коллективе, я считаю, управлять предприятием нереально. Ну, или можно им поуправлять, но это ни к чему хорошему не приведет. Ну, коллектив вас принял сразу хорошо или все-таки к вам присматривались? Или же все-таки на вас смотрели в первую очередь как на внука Глеба Ильенко? И вам приходилось доказывать, что вы, хоть вы и внук, но вы все-таки Андрей Углов и сам по себе фигура, сам по себе личность. На Ларе я вообще достаточно с раннего возраста. Я ходил и к деду, у меня на заводе работала мама, то есть я там проходил производственную практику, работал и летом, то есть у меня еще тогда в свое время Глеб Андреевич просил, так, приходи, сходи там по этим цехам, посмотри, какая работа там ведется, значит, и напиши мне отчет по проблемным позициям. Жестко. Но это не жестко, то есть это было предложение, я его с удовольствием принял, работа была, моя работа очень интересная. Конечно, я понимаю, что навряд ли она принесла какую-то значимую пользу заводу, но то, что я познакомился с людьми, посмотрел на то, что делается на заводе, каким образом он работает, это, ну, дало дополнительный импульс, ну, я считаю, для моего развития. Вот. Ну, а пришел на завод практически, если говорить, ну, многих людей я знал, со многими был знаком. Вопрос, что достаточно поверхностно, вместе мы не работали. Безусловно, первое время смотрели, ну, по-разному. Кто-то видел во мне деда, кто-то молодого, ничего не понимающего человека. Случайного человека. Случайного человека. Ну, сколько людей, столько и мнений. Вот я считаю, что время – лучшее лекарство. И, как говорят, время все расставляет на свои места. Думаю, что вот в марте 2013 года будет 3 года, как я занимаю пост генерального директора Элары. Ну, то, что за эти 3 года предприятие динамично развивается, идет вперед, осваивает новые рынки, новые изделия, ну, все-таки говорит о том, что человек я на заводе не случайный, и вся моя работа направлена на то, чтобы дело, которое начинал мой дед Глеб Андреевич, развивалось, и мы шли вперед. Вообще, это замечательно, что предприятие работает стабильно, и, мало того, еще работает стабильный коллектив. У вас ведь практически никто не уходит. Все работают до пенсии, стараются, по крайней мере. Ну, я бы сказал, не только до пенсии. Мы, в принципе, и приветствуем, когда люди задерживаются. Ну, я считаю вообще, если говорить про пенсию, что пенсионный возраст в нашей стране, ну, он низкий, он просто смешной. Ну, что такое женщина в 55 лет? Это вообще, или мужчина в 60. Это вообще пик, расцвет. 65 лет для мужчины, 60 для женщины. Кстати, я считаю, что женщина зачастую в 65 лет еще и более энергичная, чем мужчина. Ну, возможно, так что, да. Согласна 65 лет, знаете, никакой проблемы не вижу в том, чтобы люди работали. При том, что все вы знаете, какой, что и в нашей стране вообще дефицит трудовых ресурсов. Мы уже упираемся в то, что просто людей всех, если собрать, уже не хватает для того, чтобы нам активно расти и двигаться вперед. И поэтому вопрос о том, чтобы люди по достижении пенсионного возраста продолжали свою деятельность, он уже стоит. И я считаю, разбрасываться опытными кадрами нельзя. Золотым фондом нельзя. Да, нельзя. Текучка у нас на предприятии, ну, 1-2%, да? В год, то есть практически отсутствует.
Мы ежегодно делаем социологические опросы на наше предприятие по каждому подразделению. У нас даже в стратегии предприятия записано достичь уровня удовлетворенности персонала не менее 7 баллов. А сейчас какой это уровень? По прошлому году 7,2 было у нас. Вот. Но мы каждый год ситуацию мониторим, там есть ряд критериев, где мы видим, картинка ухудшается. Ну, там все оценивается, и материальная составляющая, и отношения в коллективе, и осведомленность вообще о том, что будет с предприятием, куда мы идем. Очень много вопросов. Андрей Александрович, очень многие руководители говорят о том, что молодежь сегодня не хочет работать. Все приходят и говорят, а сколько вы мне будете платить? И при этом они еще ничего не умеют делать. Вы сталкиваетесь с такой проблемой? Или все-таки молодые специалисты стоят к вам в очереди? Ну, я бы сказал, тоже люди разные бывают. Бывают люди такие, такие специалисты, начинающие молодые специалисты, о которых вы говорили. У нас очень много ребят приходят, потому что династии. На заводе работают родители. И такой вопрос, вы знаете, я много ребят видел, у которых горят глаза, которым нравится то, что они делают. Возможность дальше развиваться на заводе, расти. То есть, безусловно, есть и такие, которые приходят, и вопрос начинается к тебе. А что ты мне дашь? Не с того, что я умею, что я могу. Что я могу дать. А что ты дашь? Ну, а потом посмотрим, что, чем я могу быть тебе полезен. К сожалению, вот в последнее время, и опять вот тенденция такая вообще общероссийская, она есть. Вы видите, ну, по телевизору очень много говорят о том, сколько средств вообще расходуется на... теперь на перевооружение нашей армии, это деньги вливаются непосредственно в оборонную промышленность. В оборонной промышленности на всех предприятиях есть в определенной степени меньше, больше кадровый голод. И сейчас начинается вот эта вот борьба за людей, за специалистов, которых нет. Как боретесь, Андрей Александрович? Ну, мы себя чувствуем здесь достаточно хорошо, комфортно. Потому что у нас, ну, прежде всего, материальное стимулирование, которое никто не отменял. И зарплата на нашем предприятии, она достойная, она... Но если по республике 16,5 где-то средняя зарплата, ну вот по этому году средняя зарплата у нас порядка 28 тысяч должна составить. То есть понятно, что это мы говорим о средней цифре, но тем не менее уровень, он таков. Понятно. Андрей Александрович, вот вы заговорили о трудовых династиях, а вы как-то их поддерживаете, эти трудовые династии? Есть, может быть, какая-то программа на предприятии специальная? Или, ну, у нас вообще мы трудовые династии наши чествуем. Вот и в прошлом году у нас обычно в рамках мероприятий, посвященных дню рождения завода, проводятся конкурсы профмастерства. Ну и мы не забываем никогда вот чествовать наши трудовые династии. Даже вот, я помню, в прошлом году, по-моему, проводили этот конкурс. Вот одна из трудовых династий, там общий стаж больше 100. Вот больше 120 лет, по-моему, был на предприятии. Больше века. Да. Ну. Здорово. Андрей Александрович, у каждого руководителя есть свои принципы работы. Наверное, они есть и у вас. Три. Озвучите. Поделитесь опытом. Один из главных принципов, который не дает сидеть на месте, залеживаться бумагам, а за бумагами дела. Не откладывай на завтра то, что можешь делать сегодня. Вот. Часто бывают такие проблемы, которые ты думаешь, ничего, может полежать. Но проблема обычно кроется в том, что это как бомба замедленного действия. Угу. Откладывая решение этого вопроса на завтра, ты уже делаешь невозможным исполнение какого-то решения или какого-то действия, предположим, спустя полгода или год. Просто может показаться, потерпим полгодика, вот, а потом будь что будет. Так вот, я очень ревностно, осторожно отношусь к таким вещам. То есть, чтобы бумаги не залеживались. Решение. Вы не бюрократ. Абсолютно. Ведь бюрократы как говорят, бумажка должна полежать. А вы не любите, чтобы она лежала. Бумаги не должны лежать. Не должна лежать почта, бумаги. Все должно происходить быстро, оперативно. То есть первый принцип – оперативность. Оперативность. Конечно, наше предприятие большое. Чем крупнее предприятие, вопросы... документооборота, бюрократии никто не отменял. Да, это все, безусловно, есть. Но бороться с этим, убыстрять этот процесс надо. Второй принцип, получается, борьба с бюрократизмом? Нет, это все первое. Это все первое. Кооперативность. Да. Хорошо. Второй принцип. Второй принцип.
Я бы, наверное, сказал, если ранжировать, угу. то на первом месте я бы поставил все-таки порядочность. Порядочность в отношениях с людьми, в отношениях с партнерами, с заказчиками, в общем, с теми людьми, с которыми ты делаешь бизнес. Но начинается, он порядочный, но начинается все с порядочности своей внутренней. Ну и как бы стараюсь, чтобы вокруг меня люди были, которые отвечают вот этому критерию. Это один из самых важных критериев. Ну, третье, вот говоря опять же о людях, о той команде, которую я себя окружаю, это преданность. То есть предательство внутри команды, ну, не думаю, что кому-то удается легко вот вообще такие вещи переносить. Вы вообще человек команды? Да. Я считаю, что роль руководителя, она, безусловно, лидирующая. Руководитель – это лидер, который задает ориентиры, координирует работу. Но без слаженной работы команды или если нет команды, сделать ничего невозможно. Знаете, как-то вот в одной книге прочитал такую фразу, очень хорошо понравилась. Сначала формируется команда, а потом надо решать, что делать. То есть не идем в бизнес и там кого-то собираем, а собрал команду, и с этой командой ты можешь решить любые задачи. Вот я считаю, что у нас на Эларе именно такая команда, которая сворачивала, сворачивает и будет сворачивать горы и решать любые задачи, вот, которые перед нами стоят. Здорово. Андрей Александрович, сегодня очень много говорят о социально ответственном бизнесе. Вы как бизнесмен, как считаете, бизнес все-таки может быть социально ответственным? Или там, где деньги, ничего больше не может быть, кроме выгоды? Моя личная позиция по этому поводу и позиция, которую занимает наше предприятие, она такова, что бизнес не то что может, а должен быть социально ответственным. Почему не поделиться частичкой прибыли того результата там, финансового, той прибыли, которую зарабатывает предприятие, почему не потратить на какие-то цели благотворительности? Вот. Мое личное внутреннее убеждение, что этим заниматься, безусловно, нужно. И если государство и частный бизнес будут вместе в этом направлении работать, то ну, в конечном итоге выиграет общество. Вот. Выиграет общество, выиграют люди. Андрей Александрович, ваше предприятие шефствует над многими школами в нашем городе. Я знаю, вот лично вы очень часто посещаете школу «Надежда» в Северо-Западном районе, и вас там очень хорошо знают и учителя, и ребята вас там с нетерпением ждут. Сколько всего школ на вашем попечении находится сегодня? Ну, так уж сложилось. Где вы шефствуете? Так уж сложилось у нас, что мы шефствуем над 8 школами, которые расположены в Северо-Западном районе. У нас также 15 детских садов. Я не могу сказать, что у нас какая-то вот, что мы ремонтируем все школы, ремонтируем все детские сады. Но у нас с каждым учреждением заключен договор о социальном партнерстве. Мы определили объемы финансирования и, значит, работаем по этому плану. Я встречаюсь периодически и с директорами детских садов, и с директорами детских школ. Какие-то проблемы обсуждаем. Но помогаем не только финансово, организационно. Вопросы бывают совершенно разные. Если говорить о социальной ответственности, еще также мы, ну, я считаю, достаточно плотно работаем и с нашей церковью. Вот, поскольку ну, фундамент, основу этого сотрудничества закладывал еще Глеб Андреевич. У вас есть высокая награда от нашей церкви? Да, в прошлом году вот наш владыка, митрополит Чувашский и Чебоксарский, вручил награду за заслуги вот, в области ну, помощи, благотворительности. Ведь это развития. Не только почетная, Андрей Александрович, но и очень ответственная награда.
стараюсь соответствовать этому высокому статусу. Андрей Александрович, а вот силы все-таки находите встречаться со всеми учителями, директорами этих предприятий, с детьми? Все-таки вы человек очень занятой. Вы же не отдаете это как бы своим заместителям и говорите, вот вы езжайте, мне некогда. Вы всегда приезжаете сам и сами общаетесь. Безусловно, это моя работа, я ее затеял, я ее провожу. И контролируете? Ничего? Да, контролирую. Ничего, время хватает. Справляетесь. Время как раз хватает, это мы с вами возвращаемся к вопросу о команде. Когда есть команда, ты можешь делегировать полномочия достаточно в большом объеме. Команда именно доверенных людей, которым ты можешь доверять, полагаться, тогда у тебя появляются возможности для реализации других проектов, развития других направлений. А можно же пойти иначе. Можно у всех все отнять, все полномочия завести и на себя сидеть. Ждать. И ты будешь зарыт бумагами. У тебя будешь с утра до вечера подписывать документы. Вы не представляете, какой объем документов вообще подписывается и курсирует ежедневно на предприятии. Можно все завести на себя. Наверное, не стоит, Андрей Александрович. Тогда мы вас вообще не увидим. Не стоит. Тогда меня уже никто не увидит. Андрей Александрович, вы депутат Государственного совета Чувашской Республики. Это дело для вас было новое. Вот все ли получилось так, как вы хотели? Может быть, были какие-то разочарования? Может быть, что-то вы другого ждали от этого статуса? Ну, пока, наверное, выводы делать еще рано. Вот, все-таки год еще не закончен. И я считаю, все равно только нахожусь в начале этого пути. Где-нибудь на середине срока моих депутатских полномочий, я думаю, можно будет подводить итоги какой-то работы. Ну а вот с какими трудностями столкнулись? Вот мне лично кажется, например, для вас, человека очень активного и деятельного, трудно сидеть на заседаниях, которые длятся не один час, а там 2-3-4 часа. Вы сидите и слушаете всех, а вы человек очень активный. Или это не трудность? Это нужно пережить. Ну, есть своя специфика работы, ведь так работает не только наш Госсовет. Таким образом работа строится в Думе. Есть достаточно обширная повестка дня, которая готовится предварительно на комитетах, рассматривается и уже вносит на утверждение Госсовета. Я думаю, все-таки подход этот правильный, поскольку иначе нам бы пришлось собираться на сессии не раз в несколько месяцев, как это сейчас происходит, а ежемесячно, а может быть и чаще, на несколько часов. Вы понимаете, людей 44 депутата, и плюс на освобожденной основе работают у нас, по-моему, только 9 человек, а все остальные заняты параллельно еще деятельностью, ну, вот как я. И, ну, так часто собирать людей тоже непросто. Поэтому ничего, есть особенности этой работы, ее надо делать. А с населением часто встречаетесь? У меня работает общественная приемная, работает она ежемесячно. То есть вот на прошлой общественная приемная проходила 3 недели назад, проводил ее в общественной приемной Путина, ну и принимал людей там. А так у меня есть помощник мой по депутатской работе, есть телефон общественной приемной. Есть мой сайт, на котором постоянно обновляется информация о тех проектах, которые мы ведем по депутатской линии. Вот, так что всегда можно прийти, записаться. Людей принимаю ежемесячно. А с какими вопросами чаще всего обращаются? Вопросы вообще абсолютно все разнообразные, разные, да? Даже ранжировать трудно. Просто бывают, знаете, такие ситуации, вот я уже, когда человек приходит с какой-то наболевшей проблемой, когда у него уже копии всех судебных решений, он уже прошел все судебные инстанции, прошел прокуратуру, все, генеральную прокуратуру, то есть жаловался везде, где только можно. И вот с этим ворохом бумаг по делу, которое длится уже там 5-6 лет, ну вот шансы, да? Здесь, понимаете, люди идут с мыслью, что депутат может все, депутат может далеко не все. Я много могу, как генеральный директор, Лара, у меня есть ресурсы. У депутатов, как такового, ресурса нет. Депутат работает в рамках своих полномочий, он не имеет права вмешиваться в судебную власть, в деятельность исполнительной власти. Пожалуйста, пишите обращение. Но, как правило, эта бумажная работа ничем не заканчивается. И я, принимая человека, понимаю, что помочь ему не могу. И вот это меня коробит внутри.
Андрей Александрович, вы являетесь председателем Общественной молодежной палаты Чувашской Республики. Вот не ощущаете себя рядом с вашими ровесниками человеком очень взрослым и умудренным жизненным опытом? Или все-таки с ними вы расслабляетесь и становитесь совсем другим Андреем Угловым? Ну, я стараюсь все-таки... Опыт определенный у меня есть. И но статус есть? Да, и статус, но сказать, что я уже аксакал, умудренный жизненным опытом, ну, наверное, преждевременно. То есть я все-таки стараюсь оставаться, несмотря на должности, какие-то там регалии, вот, прежде всего, молодым в душе, энергичным человеком. То, что встречи с молодежью, да, которые мы проводим, с молодежной палатой, но это абсолютно не какой-то отдых, это конкретная работа. Работа с молодежью интересна. А в чем интерес? Вот что новые мысли, палата? Новые мысли, идеи. Если говорить о молодежной палате, то вообще первое заседание у нас было в мае. За это время молодежная палата собиралась более 5 раз, очень долго спорили над, ну не то что спорили, обсуждали план работы, поскольку каждый идет в селе, каждый, кто попал в молодежную палату, вообще человек достаточно активный. Каждый в своей области, в своей сфере, у каждого свое видение, что нам нужно делать, куда двигаться. Ну когда все активны, тоже тяжело. Бесспорно. Но тем не менее, план работы, то есть он вот сейчас ведется работа в молодежной палате, по выработке предложений для Государственного совета Чувашской Республики, внесению изменений в законопроект о поддержке молодых семей. Ну, то есть молодая семья берет в ипотеку жилье, и вопрос опять по кредитной ставке, чтобы проценты вот эти были как можно ниже. Также работа идет над проектом по волонтерству. Есть еще ряд проектов, и они зачастую носят... Ну, личный проект. Вот я хочу двигать этот момент. Двигай. Молодежная палата, на мой взгляд, вообще это площадка, которая позволяет наиболее активной молодежи, которая туда попала, развиваться. То есть стартовая площадка. Это стартовая площадка, да? Которая помогает окунуться в эту работу, познакомиться с какими-то людьми, помогает понять, ведь подготовить законопроект — это вообще огромная кропотливая работа. Это не просто пришел, написал какие-то пожелания, которые требуют большого количества согласований, времени, вот, общения с людьми, отстаивания своей позиции. И это как раз та площадка, которая помогает человеку вообще развиться, продвинуться в своем развитии. Андрей Александрович, мы сегодня разговариваем все о работе. Хочу спросить об отдыхе. Как вы отдыхаете? Отдыхаю. Спортом, может быть, занимаетесь? Спортом обязательно надо заниматься, потому что при... В таком графике при силы очень быстро начинают покидать. Ну и каким видом спорта вы отдаете предпочтение? Плаваю. Есть, ну если плавать не получается, есть беговая дорожка. Побегать. Поплавать, побегать. В общем, главное в жизни движение. Вот если ты не двигаешься, значит, ты замерзаешь, угасаешь, и ничего хорошего из этого не происходит. Ну и если говорить об отдыхе, выходные стараюсь проводить на природе, за городом, на свежем воздухе, Андрей с семьей. А вот ваша жизнь изменилась, когда появился второй ребенок, тем более, что девочка у вас родилась маленькая? Да. Вы себя почувствовали папочкой? Кем? Папочкой. Сколько дочки уже? Дочке будет в ноябре 3 месяца. Просто мы с женой очень долго этого ждали. Вот. Поэтому сын есть. Теперь есть дочь. Но я считаю, это такой стартовый, базовый дом комплект. Дом построили? Дом построил. Сад. Дерево сажаете? Посадил. Ну, много, да, деревьев посадил. Понятно. Андрей Александрович, а вот каким вы видите своего сына? Каким бы вы хотели, чтобы он вырос человеком? Интеллигентным, воспитанным, хорошо образованным. Ну, можно долго перечислять, но я считаю, что вот этих трех категорий, если сделать на них упор, все остальное приложится, и человек получится хороший. Андрей Александрович, а себе что бы вы пожелали? Здоровья.
Но если вы будете вести здоровый образ жизни впредь, то, наверное, здоровье все-таки будет. Здоровье, сил, вот, двигаться дальше, заниматься новыми проектами. В общем, не стоять на месте. Ну, глаза у вас горят, это видно. Желание есть, силы есть. Я думаю, что все получится, все мечты сбудутся. Спасибо. Андрей Александрович, большое вам спасибо, что вы нашли время. Пришли сегодня, мы с вами поговорили. Я очень много нового о вас узнала. И я надеюсь, что эта встреча не последняя, что вы к нам еще придете в следующем году и расскажете о том, что удалось сделать. С удовольствием. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь. Всего вам самого доброго. До свидания.